Что ж, товарищи, мы продолжаем проект Nexus. Напоминаю, в прошлой серии Сенсор Демос пошли в шахтерский сектор и в третий раз побили Чарча и Джорджа. По-моему, они так называются, да. Идем дальше. О, опять забыл. Что-то забыть. Так, походу нам надо спускаться. Так, и чертовы эти как... Культисты будем их так называть. Так, ладно. Нам пора вот на следующий уровень. Так, в общем, не знаю, как перевести. Так. Еще один насос давления между нами и научной башней. Идем к основанию. Короче, надо идти к основанию башни, и там сейчас шахтерский сектор. Надо найти последний насос, скажем так. У нас остался. У нас остался лишь активировать один насос. Мы должны сделать это, и тогда мы можем начать ускорение научной башни. Ну, поехали. Так вот. Так, ага, пистолетик. Так, посмотрим, что это там, бумаги. Пошла она какая-то бюрократия пошла. Так, они... Эти ничего не явно знают. Серьезно? Ты слышал это? Так. Что-то аттракционным меркам. Так, Фобус что-то говорит не идти вперед с безумным протоколом Крэкпота на Петта Стрела Ф, научная башня, это все Криса написал, понятно. Так, пацаны, сдохли. Ох ты. Ну, это что еще за чёрт? Не знаю, но это чё явно выглядит. Не здорово. Так, C4 у нас. Ох. Так, ну эти явно пацаны как бы не сильны, но можно ушатать на середине. Так. А, это выглядит как Excite Astral F. Эти штуки закрыты. Нам нужно сильный взрыв, чтобы пройти дальше. Так. Ну сейчас сорвется красиво. Зеленое пламя. Это что-то новое. Обычно пламя белое у них. Так, не води. Опа, вот еще. Так, я выбегу. Так, там походу ящик какой-то. Ну.
Блин, по нему так просто... К нему так не забраться. Так, снова файлы. Вторая очередь, старая почта. Работники МИР, пожалуйста. Отправьте... Так, ага, теперь это... Как почему-то это... Против... Опа! Подружок что-то замышляет и может... уходите! Мы вас накажем. Блин, надо быстро уходить эти. На тебя лопатка. О, лопатка. Орудие пролетариата. Так, ладно, проходим дальше. Блин. Мы не одни. Нам надо источник света сюда. Чё на это скажешь? Нет, кстати, не На тебе! На тебе! Да, что-то тихо-тихо. Явно они тебя дичали. Как зомбакам надо голову снести. О, вот и свет. А будет свет. Так, они явно, походу, эти существа боятся свет. А, это таймер, что ли, на свет? У нас есть 20 секунд. Так, сюда будет. Где-то должно быть C4 в этой комнате. Надо завать шахту посередине. Ну, придется спускаться, чтобы найти C4. Я же взрывчатка. Мне нужна взрывчатка. Чё-то я ее не вижу, взрывчатку. Нету взрывчатки. Thank you.
смотрю. Да, фонарь тут плавает. Прям реалистично. Вот я дурак, она вот все четыре где была. Так, сейчас ставим свет, потом взрывчат. Валером от Т2. Вот буддисты. Они портят наши священные места. Так, у меня лопата уже кончалась. Ладно, идем дальше по этим. Нет, заходи сюда. Считаешь, что ли? Это место опасное. А мне сюда и надо. На тебе. На тебе! На! Так, а вот еще оно, блин, опять обвал. Ага, нам сюда надо, ладно. А вот пистолет, это хорошо. На, блин, пофиг. Я мне все равно. Как то могу что-то быть. Так, ага, там это, видимо, нету доступа. Так, эти парни не уйдут. На-ка. На-ти. Эти гребаные культисты. Ох ты.
На тебе. Ау, блин. Так, они это... Там мы это напугали. Так, здесь... Как они летают? Они... Они не летают. О, наконец-то. О, зомби с колоссом. Зомби с колоссом. Вот это сюрприз, конечно. О, фига, время Майнкрафта. Так, снова надо сейчас. Короче, как походу пусто, что ли? Так, у нас сейчас занимается центр, как все пусто. У нас, походу, Деймос отлетел. Еретики пришли. Это они про нас. Они так далеко уж телепортировались как-то. Мы... Вау, наказанных не надо пощажать. Так, генерить все послания от Крэкпорта. Раз, о, там, конфронтация Крэкпорта и Джебуса. Куда мы вышли, получается? А снова темнота. Вот и выход, ага, и там мужичок. Ну вас нафиг, мне скажи. Все, выходим отсюда.
Блин, тут не безо... Опасно! Блин, у нас центр стоит. Так. Открыт. Так. Нас он просто сначала падает, потом стукает. Немного странновато, но все живо. Пусть он подфильтр теперь. Так, это мы понесли. На тебе. Где там крабовик? Вот, хорошо, берем его. Идем дальше. Так, окей. Так, время под... Подождите. Так, что это? Экстра... Погоди, что с... Экстратестов. Эстрелов. Почему им надо... Почему мы должны... Смотри, больше угон. Мы нанесем парням Нексу сверху, что нам лучше начать покорение научной башни. Так, тут уже почти светло стало. Вот это бы. Бэк. Конечно. Да умри ты, ультистка, пушка. Так, походу, какой бы обвал опять не случился. Я вижу еще один эксатор.
Нету никакой зрительной печати. Может быть, нам повезет? А, ну... Кого-то взрывчатка. Пора закладывать бомбочку. Пойдем отсюда. Теперь надо подхилиться. Кстати, вот выход. Я думаю, мы свернули не туда. О, конечно, вы пришли туда, куда надо. Вы нашли на мое место. Я хочу хранитель метапланни. Кому? Это нам все равно. Нас надо остановить немножко. Не перебивайте меня. Я нас научу это. Преклони. Так, а вот как потом что-то какой-то чумной доктор. Не дайте мне, чтобы вас... Я привез вас в вашем другом месте. Лично. Блин, он умеет телепортироваться.
Так, вы оставите моих детей без своего отца? Вот какая-то, конечно. Да, теперь я забыл, что мы хотим создать тебе помочь. Ах, блин. Вы не видите, я это... Никто не сам не со мной... Ань, ладно, время уходить. Только тебя, здоровяк, не хватало. Аутогештальт. Что это было за чертовщина? Если мы идем сюда, то мы пойдем по сложному пути. Сэмфорд. У меня плохие новости, приятель. Нам лучше надеяться, что мы найдем этот... Блин, а чё? Нам надо найти... Три минуты продержаться. Блин, я главный метал ускакал. Блин. Да, не как уворачиваться? Преграды. Окей, время прыгать, ты готов? Я был рожден, чтобы прыгать с высокими скоростями. Готов сейчас! Я не серьезен насчет прыжков с транспорта, но в любом случае, не заставляй меня делать это снова. Ты довольно испугался от этого маг-монстра? Дай мне догадаться, чё. Так, всё, теперь крутим этот насос. Вот она. Мы направляемся к башне.
Да, уж, конечно, бег с гештальта это был интересный. Так, ну все. Так, мы, пожалуй, дальше будем это. Проект Наксус больше с видео как проект прощай, ну. Не, я не нуб, я нормальный игрок. А на следующей серии будем продолжать меситься. А пока, всем пока, да.